Понятно почему, потому что здесь будет происходить обучение. На открытии проекта во время первого занятия всем ребятам вручили фотоаппараты. С их помощью студенты и будут учиться искусству фотографии. Как говорят одни из инициаторов фотошколы «От А до Я», благотворительный фонд «Доброе начало», молодым людям с ограниченными возможностями необходима не только реабилитационная поддержка, обеспечение лекарствами, но и развитие творческих способностей. Очень важно, чтобы эти дети нашли свое место уже во взрослой жизни, да, им было легко адаптироваться. Ведь порой наше понимание, что это дети с ограниченными возможностями, это заблуждение, потому что их возможности на самом деле могут быть безграничны благодаря тому, что мы даем им эту возможность себя вот так проявить. Так родился этот проект. Потому что язык фотографии и вообще фотография – это уникальное средство для самовыражения, самореализации. В качестве руководителя школы не случайно выбран фотограф Павел Осадчик. Он обучался в самой известной фотошколе Москвы, а также закончил курсы фотографии педагога в ГИКа Леонида Курского, соавтора учебника нескольких поколений русских фотографов «Техника и технология фотосъемки». Если посмотреть сегодня в календарь, то сегодня окажется Всемирный день социальной справедливости. Я считаю, что у всех должна быть возможность, вне зависимости от каких-то стечений жизненных обстоятельств, получить интересующие их знания. Мы прекрасно знаем, что если где-то убудет, то где-то прибудет. И, может быть, творческий потенциал у этих людей значительно богаче. Вот. А какие-то физические проблемы мы постараемся решить подготовленной методикой преподавания. Насколько это будет по-другому, покажет жизнь и практика. Сейчас рано что-то говорить. Мы первые, кто это делает, первые в Твери и уж, по-моему, первые в стране. Первые участники проекта фотошколы «От А до Я» особенно рады курсам, поскольку полученные знания могут пригодиться в их профессии. Молодые люди учатся по специальности оператор связи и мастер обработки цифровой информации. Я знаю много пользуюсь аппаратом. Ходить на эти занятия. Хотел бы получить знания. Хотел получить корочку о том, что я фотограф, научиться работать с изображениями, вот. Набраться новых идей. Мне очень понравилось изучить фотоаппарат. Мне я буду ходить на курсы, мне нравится. Фотографии, они нужны для компьютера, чтобы там с ними работать на компьютере. Проектировать, редактировать. Первые 2 месяца Павел Осадчик будет преподавать ребятам основу управления техникой, азы фотоискусства. Не обойдется и без практики. Весной они поедут в один из районов фотографировать природу и достопримечательности Тверского края. Лучшие работы студенты представят и на всеобщее обозрение. По итогам фотошколы «От А до Я» будет организована выставка.